Здорово всем, с вами Димка, и сегодня, ребята, я расскажу же, как же вам установить самую лучшую официальную графику на Black Rush. Большинство из вас играет исключительно вот с такой вот графикой, ребята, синее небо, не точность текстуры, нету теней. Большинство из вас всячески пытается найти какой-то софт для изменения графики. Ребята, на самом деле этого делать не стоит, потому что любой софт может заблокировать ваш аккаунт навсегда, поэтому этим пользоваться я крайне вам запрещаю. Ну а у нас есть на самом деле очень выгодный и правильный способ, официальный для ее улучшения. Поэтому, ребята, прямо сейчас я расскажу, как это сделать. Ну а вы тем самым быстренько вводите мой промокод. Работает на всех серверах, ребята, хэштег промо. Да, и вот прямо сейчас сюда вписывать вот так вот Димк, благодаря которому вы получаете приятные плюшки в виде гелика на 12 часов, скина Моргенштерна и аксессуара, а также VIP Golden на 12 часов. Поэтому, ребята, это очень жирный промокод, который вам явно нужно вводить. Ну а игру вы можете скачать по ссылочке в описании и играть на сервере Казань. Не забудь поучаствовать в моем конкурсе на 3000 блэккоинов. Победителя прошлого ты видишь на своих экранах. Для этого ставь лайк, подписывайся на канал и не забывай писать как можно больше комментариев со словами «Участвуй». Ну а что же делать и как же ее установить? Ребят, все просто. На вашем мобильном устройстве находим YouTube приложение, думаю, у каждого оно имеется. Далее заходим на мой канал или же просто в поиске вписываем Димка Федоров Black Rush. Заходим на любой абсолютно, конечно же, ролик, ставим лайк и, самое главное, переходим в описание этого ролика. Здесь есть скачать Black Rush, это очень важно, и мы нажимаем на эту ссылочку. Ну а далее, ребята, мы отправляемся в самый низ, и здесь есть очень секретная такая кнопочка, как бета-версия. Выберите версию для скачивания. Вам нужно скачать именно бета-версию, а не релиз-версию. Вот, и дождаться, пока она установится на ваш телефон. Вот, вы видите то, что она у нас установилась. Далее вы должны будете обновить приложение, нажать установить. Установить. Это официальная графика и официальный лаунчер от самой игры Black Rush. Тут вас реально не забанят. И видите то, что вирусов здесь тоже нет. Вуаля, ребята, у вас запускается лаунчер. Сюда вы переходите в настройки. Сразу же тут видите вот настройки графики. Видите, тут качество эффектов как бы ставится стандартное. Но это, в общем-то, можно все вот так вот изменять. Среднее качество теней ставим. Все просто на высокое выкручиваем. Потому что, ребята, Black Rush настолько оптимизирована, что даже на самом каком-то дешевом телефоне она реально у вас спокойно потянет все эти настройки. Так, все, мы все сделали. Я не знаю, что это за кнопочка. Давайте-ка тоже поставим. Чисто, да, для профилактики. Так, все, окей, начинаем играть. И, друзья мои, выбираем тот же самый сервер и прямо сейчас просто вводим свой пароль. Далее появляемся в последнем месте, где мы с вами и были. И вуаля, посмотри, как она у нас меняется сразу же, наша графика. Это реально очень круто, потому что мы не качаем какой-то левый софт, мы ничего такого не делаем, мы лишь только, ребята, устанавливаем новую версию графики от самой игры Black Rush, новый движок. И посмотри, как у нас меняется сразу же, ребята, отображение автомобиля. Ты просто на это посмотри. Посмотри на эти тени. Ты посмотри на все вот эти вот блики на автомобиле. Это просто, ребята, я вам говорю, это реально что-то с чем-то наши разработчики прям очень сильно постарались. И для нас теперь реально созданы абсолютно новые условия, при которых мы можем играть. Далее, давайте-ка, ребята, мы просто сейчас попробуем разогнаться, ну, посмотреть на падение FPS-а там и так далее. Но вы видите то, что все реально играбельно и без каких-либо просадов, абсолютно. Абсолютно. Ребят, ну зачем играть в старую Black Rush, когда есть такая возможность установить абсолютно новую? Ну и, конечно же, наслаждаться реально качественной картинкой и получать максимальное удовольствие. Тихо. Так, ладно, ребята, я думаю, что даже вот в этом месте мы можем, в принципе, сейчас быстренько с вами создать какую-то другую тачку. Допустим, пускай будет какой-нибудь Range Rover, да, и, допустим, пускай будет желтого цвета. Но вы просто посмотрите на это, ребята, реально же это просто кайф. Большинство из вас, конечно же, уже знает, как это было сделать, да, но все равно некоторые ребята писали мне в комментариях, да и во ВКонтакте, как у тебя такая красивая графика и как же нам ее тоже поставить. Поэтому я им и делаю данный ролик. Поэтому, друзья мои, если я вам помог, обязательно ставьте лайки и приходите играть вместе с нами на сервер Казань. Ссылочка есть в описании. А промокодики мы вам тоже не забываем. На этом все, с вами был Диман, удачки и пока-пока.